Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем играть Crow Country. Итак, раздобыли бронзовый ключ. Погнали, откроем почтовый ящик. Так, а здесь что-нибудь есть? Думаю, еще попробовать открыть. Вроде нет. Так, а вот в ящиках что у нас? Патрончики. 16 патронов. Пойдет. Какое чудище. Надо ему ноги пострелить. Ну-ка иди-ка сюда, родной. Ну где ты там? Сыкло. А, дрожишь. Тупой монстр. Не особо удачный выстрел. Да ё-моё, как так-то? А вот это совсем плохо. Ну-ка. Ну ты идешь, нет. Ну к бочке иди. Ну, блядь, так, если целиться, то, конечно. Очень непривычное, конечно, тут управление. Ну, бас. Надо пойти патроны взять. Бинтик. Сейчас, в тачку. Жалко, эта музыка не играет в других локациях. Так, а сколько вообще патронов можно брать? Ну, можно брать больше 8. Ну, у меня достаточно. Ага, значит, 12 патронов. Дюжина. Ну, логично. Так, надо проверить. Так, в машине требовался серебряный ключ. В туалете.
туалете нам какой-нибудь ключ требовался. Там какие-то ребра. Ёпта. Это плохо пахнет, покрытая кровью. Хера не понял. И что? Ключ не работает. А почему, кстати, опять кто-то воду включил? Мутная какая-то история. Так, здесь. А, бронзовый кихол. Так. А вот и патрончики. Так, какой-то паровой двигатель. Красивая комбинация Рабеллы, Бернадетты и дизайн стайл. Ну, тоже какой-то паровой двигатель. И что-то Делайла. Наверное, стайл какой-то. Сейчас монстр придет. Портрет. Толман. Эдвард Крау. Так, а что за ширмой? Записи Толмана. Короче, какой-то гость у них, но непонятно, кто это, может, животное, кто-то забрел. Я предложил прекратить экскавацию всех корней. Ну или чего-то, все работы по экскавации, может, корни. До тех пор, пока мы не разберемся, что произошло. Босс говорит, что пока нельзя прекращать работу. У меня плохие предчувствия. О, патрончики. Отлично. Так, а что тут еще? О, кстати, тут камни похожи на яйцо. Использовать диск. Нет. Так, здесь что? Компьютерная система. Там что-то в комнате с железной дорогой и подземелье. Требует security диск для доступа. Знаю, что это неудобно, но таковы новые правила. Натали Крау. А, смотри. Так, граната. Большая аптечка. А что ж тут еще-то? Так, компьютер, который требует доступа. И в принципе все. А, это граната. Тоже отлично. Так, и сколько у меня гранат? У меня две гранаты. Ну хорошо. Так, магазин сувениров. А, заперто с другой стороны. Хорошо. Так, здесь. Здесь, по-моему, серебряный ключ. Да, здесь серебряный ключ требуется. Хорошо. Так, здесь.
Здесь бронзовый ключ, как раз. Но мы хотели домик проверить. Давай здесь откроем. Но пойдем пока в домик. Я потом просто ее использую. Сам найдет в инвентаре. Не понял. Так, ну здесь идут какие-то раскопки. Я слышу что-то там внизу. Так, ведро полное камней. Механизм. Покрутить колесико. Давайте покрутим. Механизм неполный. Хотите использовать предмет? Нет. Нечего использовать. Антидот, отлично. Немного бензина, наверное. Мы наняли компанию для того, чтобы начать раскопки. Но что-то пошло не по плану. Проблема один. Они потратили, наверное, слишком много времени на организацию, наверное, процесса раскопок. Проблема 2. Они оставили бумажный след. Основная цель была сделать это быстро и по-тихому. И самое важное, они начали задавать вопросы по поводу корней. Они хотели знать полный размер и форму штуки, которую выкапывают. Они хотели знать, из чего она сделана. Они также хотели знать, как долго она была там. Никакой сделки, это очевидно. Им нужно покинуть. Так, отсутствует ручка. Понял. Надо искать ручку. Так, тут механизм неполный, там ручки нет. Так, а что такое? А это вэпон какой-то. А, это огнемет такой. А, ты поднимаешь вот это чудище и огнеметом его сразу жаришь. Хорошая история. Ну, вроде все. Так, что тут еще можно прочекать? По-моему, ничего. Да-да, сюда. Это кто? Вроде не в крови. Что вы здесь делаете, Джулия? Пытаюсь пройти через дверь. А, понятно. Она заперта? Как вы видите. Странная тетка.
Может, ей предложить банановую кожуру? Что-то отсутствует. А что это? Везде что-то отсутствует. Сделано из палочек. Так. Вичвуд. Да тут развилок много. Мы тут походим. Так, ну это какие-то подсказки. Говорит, стеклянные бутылки с одного снаряда разбиваются. И ты видишь внутри что-то. Упражнение делает, смотри-ка. Спортсмен. Давай сюда. Хер попадешь. Ну, братан, ну ты чего? Нормально же общались. Давай вон на капкан. Давай, давай, давай. Хорош. Большая аптечка. Если вы занимаетесь ремонтом Haunted Manor, ну это может быть домом с призраками, или пытаетесь получить доступ к океанскому царству, вам нужна какая-то рукоятка. Она заперта в сейфе в юго-восточном utility коридоре. Код от сейфа что-то с криптом. Я думаю. Отлично. Есть какая-то подсказка. Что-то с криптом. Яблочко какое-то. А ты кто такой, птичка? Ну-ка, ну-ка. В форме колокольчика. Аниматроник Bird. Птица аниматроник. Так, хорошо. 5 раз. Не, ну если. Подожди. Нет ручки. Что-то закрыто. Может быть, стоит позвонить в колокольчик? Ага, 5 раз, наверное, надо позвонить. Вот. Так, хорошо. Здесь есть вот сюда путь. А, крипт. Это вот сюда. Так, понял. Так, ну давайте степ-бай-степ. Сначала сюда. Все. Это камера пыток. Атланта Глоб. Так, бразильская золотая шахта. По всей видимости, так. Рядом с северным побережьем штата Пара. В настоящий момент работающая и самая прибыльная золотая шахта в Америках. Продается двум крупным международным компаниям. И какой интерес, вы спросите, у читателей Atlanta Globe? А недавно мы обнаружили, что золотая шахта, о которой идет речь, в действительности...
является собственностью местного владельца земли, бизнесмена Эдварда Крау. Большинство читателей, вероятно, знают его как какого-то владельца парка аттракционов Crow Country. Здесь у нас в Атланте. И в самом деле... мистер Крау, по видимости, приложил какие-то усилия, чтобы скрыть свою связь с этой прибыльной золотой шахтой. Ну ладно. У нас жалобы от родителей по поводу бутылки алкоголя какой-то. В клетке с русалкой. Я сказал родителю, видимо, что это не бутылка с алкоголем, а бутылка с высококоррозивной кислотой. Это, видимо, и успокоило. Хотите открыть торча девайс? Давай. Маленькая кнопочка, что-то стрёмно нажимать. Надо сохраниться перед этим. А, здесь все. Так, подожди, заперто. Надо каким-то образом открыть. Так, это змей какой-то. Это циклоп. А, ну просто какие-то голограммы. Ну, кстати, тут у каждого в клетке что-то лежит. У кого-то патроны. А, бутылка. Это волк. А, у него в бутылке просто что-то лежит. Так, а здесь что такое? Хотите узнать, что под простынкой падает? Компьютер. Ну, дай попробуем. Доступ... В доступе отказано. Нужен диск. Так, понятно, нужен диск. Нужен диск для поезда и нужен диск здесь. Так, русалка. Кто это орёт? Так, ну ладно, в принципе, надо поискать диск. Так, хорошо, это проверили. Так, теперь вот сюда. Значит, дом. 5 раз позвонить или вот сюда. Давайте сюда сходим. Вот крипт. По-моему, дробовик смотрит на нас. Не понял. А время уходит. Сулина 1805-1872. Повернуть голову. Так, ну время... Так, подожди, а здесь что? Норберт Эсли. 1833-1891. Так, ну надо голову повернуть в соответствии с компасом. Соломон Весселби. А, все, я понял. Смотри, Эстелли. Это Ист. Она должна указывать на восток. Все, поворачиваем голову на восток. Так, здесь. Сулина, это юг.
Подожди. Норберт Исли. Так, ну восток у нас уже занят, значит, Норберт это, наверное, север. Так, север это сюда, вниз. Соломон Веселби. Так, юг у нас уже был, значит, это восток. Так, восток это вот сюда. Восток, запад. Вест. Так. И... Я не могу больше носить. Да ладно. Как ты не можешь больше носить? Банка содовой. Если кто-нибудь из детей столкнется с проблемой обезвреживания ловушки, вы можете предложить следующий совет. Когда читаете, так, надгробные плиты, фокусируйтесь на именах. Дата рождения и смерти не имеют никакой пользы для вас, по крайней мере сейчас. Смотрите на пол в центр комнаты. Ну, мы все это поняли. Так, бинт. Ну, бинт берется. А, вот смотри, слив. Определенно не работает. Все место скоро будет наводнено. Ну, затоплено. Так, Саулина. Но она смотрит на юг. И Стелла смотрит на восток. Здесь как бы железобетонно. Так, а здесь что не так? А, так, подожди, они говорят, фокусируйтесь на именах. Фокусируйтесь на именах. А Соломон? Ну, Исаак Соломонович. Ну, Соломон это имя. Соломон. На юг надо, чтобы смотрел. Так, а вот здесь? А, здесь мы просто повернем. Да ёб твою, давай, двигай. Норберт, если. Ну, непонятно, да, что тут. Так, погоди-ка. А, это юго-запад. Вот сюда надо. А здесь север что-то там. Так, дробовик? Не думаю, что это собирается стрелять. Может, мне стоит это взять? Конечно. Застряло. Продолжать тянуть? Конечно. Продолжать? Ну, а мне опции не предлагают перестать. Сломалось. Это пластиковая декорация. Стой какой-то. Так, ну и что, открылось? Здесь лежит Офелия, трагически утонувшая. Дочь, сестра, человек.
Сука. Гребаное управление. Где пряталась-то эта гадина? Так, смотри, что там. Ну, что это? Патроны, отлично. А тут? Тут есть? Тут вроде ничего нет. Угу. Так, а назад мы тоже можем. А, это утопленница. Не собирается влезать? Ну, патронов у меня так нормально. Подняться, подняться. Я оставил дробовик в подлодке. Акула, 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 дельфин. Я думаю, это самый быстрый способ. Я думал, никогда не буду хорош в математике. Так, 4 акулы и дельфин. Привет, Эд. Как делишки? Я наконец определился с адресом, на который ты можешь отправлять руду. Если ты пометишь контент как пробы геологического интереса, мы можем провернуть это все как академическая исследовательская штука. Я собрал... Shipments, хрен узнает, что это такое. Раз в неделю. А, может, доставки кораблем раз в неделю? И отправляю их обратно в шахту. Как насчет того, чтобы стать самыми удачливыми золотодобытчиками с 1848 года? Это магазин для взрослых. Ведь не хочу это смотреть. Соберите, так, детей в группу снаружи дома с призраками. Выберите самого старшего. Дайте ему возможность позвонить в дверной колокольчик. Ничего не произойдет. Затем выберите помоложе, и пусть он попытается. Затем скажите ему секрет, чтобы он понял, как открыть дверь. А, ну, секрет заключается в том, сколько раз надо позвонить. Это мы уже разобрались. Так, это лифт. Фатальная ошибка. Еще аптечка. Ну, мы так неплохо подготовились. Говорит, мне не нужно столько топлива. Книженцы. Том Бестоун. Год, в который умерла Сулина. Это какая-то подсказка? А, да, прямо перед сейфом.
Значит, год, когда умерла Солин. Все хорошо. Сейчас утопленница придет. Пока мы будем смотреть. Тысяча 1872. А вот и рукоятка. Антидот. Говорит, хочешь дернуть рычаг? Блин, сыкотно. Ну, надо просто засейвиться. Уже столько прошли, а сохранялки до сих пор не было. А, можно здесь сохранить. Нет, тогда не сыкотно. Ну-ка, вылезай сюда, падла. А, это с той стороны, это Джулия. Как ты забралась внутрь? Ну, я бы прошла через крипт. Там была головоломка с надгробными плитами. И дробовик. И какие-то текущие часы. Я не спрашивал о твоей жизненной истории. На, простить, простить. Да шучу, шучу. Молодец, справилась. Надо поработать. Так, какой беспорядок? Что такое? А что вы делаете? Я думаю, это лучшее место. А лучшее место для чего? Я полагаю, он использовал лифт. Поэтому он это увидит обязательно. Вы говорите про Эдварда Крау? Да. Вы мне не поможете с кое-чем? Ну, давайте. Да, что вам нужно? Мне надо очистить эти столы и разложить некоторые документы. Это не займет и минуты. Спасибо за помощь. Так, газета. Инцидент в местном парке. Родители Люка и Патриции Маршалл приняли решение взять свою дочь Элаин. А, родители Люка и Патриция взять свою дочь Элаин в местный парк, так на день рождения 15-летия. Так, они нашли вот этот парк аттракционов. Они проходили через хиллтоп с призраками, когда дочь отделилась от родителей. Через полчаса она появилась снова, очень расстроенная. Что-то с кровавым каким-то следом на своей футболке. Она ходила по запрещенной области парка и столкнулась с чем-то очень опасным. Центральное радио получило точную цитату от Элаины, которая говорила, что находится, наверное, в госпитале. И она сказала, ну, они получили
короче, сообщение от этой девочки, которая находилась уже в госпитале. Она сказала: мужчина в клетке. Пациент Элайна Маршалл. Так, ранение. Так, рана, значит, через желудок и грудь, не заживает из-за бактериальной инфекции. Попытки идентифицировать природу бактерии все еще пытаемся определить тип бактерии. По всей видимости, была атакована диким животным. Но она говорит, что ее атаковал человек. Лечение. Продолжаем лечение бактериальной инфекции. Никаких улучшений не продемонстрировано. Пациент жалуется на головные боли, головокружение. Дальнейшее лечение затрудняет, наверное, так. Ожидает так, а может ожидает юридического регулирования между семьей и третьей стороной, которая будет отвечать, наверное, за финансирование. Доктор Маргарет. Понятно, без бабок, как же он лечить, что ли? А это юрист Джулия Бэрон. Так, ну хорошо, хорошо, это очень хорошо. Так, есть вот эта еще комнатка. Здесь у нас что? Ух ты, золотишко какая! Ничего себе! Золото ломается на маленькие кусочки. А, они берут какие-то золотые слитки, мельчат и в камни впихивают это. А потом говорят, что типа золотая шахта. То есть они научились делать золото. И чтобы его легализовать и скрыть это все, они купили шахту золотую, которая когда-то была супер золотой, прибыльной. Но у которой полностью израсходовал свой ресурс. И туда будут подкладывать эту руду. Так, ну что ж. Такая вот вентиляция. Что-то внутри. Да монстры внутри, я тебе говорю. Давайте еще разочек запишемся, я хочу сходить. В это в камеру пыток кнопку нажать. А так у нас ручка есть. Ну, утопленница там не хочет проснуться? Да давай, просыпайся. Ну как хочешь. Так, позвонить еще 5 раз. О, что это такое? Блять, ну куда ты прешь? Дебила кусок. Сука, откуда вас столько? А, это за каждую запись. Наказан. Дай. Что-то это я перетрухнул. До свидуся. Да ё-мо, откуда вы беретесь? Вот откуда ты взялся?
Ну, я их перестрелял, не хочу еще раз стрелять, хочу записаться. Но надеюсь, не восстановится. Но если восстановится, надо учесть, что после записи монстр восстановится. Сам прикол, если она предупреждает об этом перед записью. Ну, я просто не читаю. Не, никаких монстров. Так, все, давайте зайдем. Да ёб твою! Окей, окей, это не файн. Нажать кнопку, нажать. Ну, видишь, секретная эта комната. Окей. Не поддается. А гранат у нас есть? А вот смотри, что там. Патроны к магнуму. Смотрите на стеклянные газовые ловушки, которые находятся на полу. Вы можете разбить их с безопасного расстояния одним выстрелом. Видишь, какие-то ловушки. Так, подожди, а с той стороны-то она открывается? Сейчас мы камеру... А, ну видишь, с другой стороны проходишь. Все понятно. Короче, патроны к магнуму просто взяли и все. Ну ничего. Ладно. Так, еще 5 раз позвонить. Ну, разберемся. Так, рукоятка. Хочу сначала рукоятку посмотреть. Или дом. Просто рукоятка, наверное, все-таки по сюжету. А дом, так, наверное. Не, наверное, дом... Короче, будет. Ему все-таки ближе. 5 раз позвонить. Старый глобус. Очень хрупкий. Повращать. Так много мест, которых никогда не было. Книжки. Так, первая помощь. Так, потянуть. Неплохо. Первая помощь там от кого-то. Окошко. Просто картинка. Так, самые ядовитые яды. Потянуть? А, может быть, выпадет антидот, а может, ядом шандарахнет.
Ну, конечно. Да-да. Вы вернулись. Кто это? Я должен признать. Рад видеть, что вы с нами. Что-то какая-то молодость. Может, несмотря на вашу молодость. Так, а вот в вазе может быть что-нибудь? О, прикольно. У меня вообще патронов не так много. Такой херней заниматься. Часы требуют регулярной, наверное, подзаводки. Но не пытайтесь сделать это без правильного инструмента. .340 использовать. Так, какой-то Адрамелич. Смерти от 10.20 до 11.15. Ну все понятно, 10.20, 11.15. Сейчас выставим. Старая песня, это какая-то картина. Потянуть книжку. Жестко. Как файн. Как состояние это может быть файн? Такая херня, это, у нее все платье в крови. Мне кажется, вампир сейчас очнется. Мы пожалеем. Потянуть книжку? Ничего не произошло. Ну, у меня всего 7 патронов. Вампир спит внутри. Он не настоящий. Нет, тут посмотреть, ну, все понятно. Ну-ка, ну-ка. Ну, может, просто за ним патроны находились. Значит, 10.20, 11.15. Огромный драгоценный камень. А, это яйцо. Гусиное. Ну-ка. Надо к тачке бежать. А, вот я еще одну базу не разбил. Ну, давай все базы. Ну, может, секретное что-то произойдет. Так, пианино мелодию сыграет. Да, но патронов нет, а мне сейчас еще бежать до машины.
Так, туалет. Да-да. Послушай, у меня нет представления, для чего были эти корни. Откуда мне было знать, что за корни, о чем вы говорите? Их семь суммарно. И я просто их обрезал. А, или что-то... А ты вскрыл их? Может быть. Это как? Один за другим. Мы оставили один нетронутым, наверное. А здесь рукоятку не надо использовать? Точно. Кровавые шипы. Странный, конечно, механизм. Но я пока сюда не пойду. Надо с яйцом разобраться. Леший. Какого лешего тебе надо? Да ёб твою. Погнали обратно за патронами. Ну, я вроде не так плохо стрелял. Ну, странно. Все, дюжину патронов есть. Отправляемся. Да откуда ты берешься? Говню. Ну, condition fine, она в крови. Блин, мне это не нравится. Мне надо платье постирать. Нихера себе. Да иди ты, ёптою матрицу. Ну хотя бы так. Ничего будет взрываться. Так, яйцо. Здесь, блядь, и здесь какое-то говнище. А у меня один патрон, да? Ну, естественно. Я еще перепугался. Да не сюда, надо вот да. Повернуть колесико. А вон лебедь. И у него цепь, которая нам нужна для починки механизма какого-то.
Это так они ему голову привязали. А еще один. Ну пошел ты. Я все равно, кроме как это, сделать ничего не могу. Ну, пойдем за патронами. Так, есть цепочка. Можно починить механизм. Не открывается тут? Нет пока. А вот здесь? Что это? Ничего. Ну ладно. Так, хорошо. Здесь мы вроде все, что можно было сделать, все сделали. Так, вот раскопки идут вот сюда. Так, починить вот сюда. Использовать предмет. Да не этот предмет. Что там на цепи? Да ёб твою матрицу. Поворачивайся. Какая-то субстанция. Ну. Ну, блядь, она двигается, а патронов у меня уже нет. Ну, то есть, надо было по-другому действовать. Ну, надо же, я потратил 12 патронов. А, ну, надо просто осторожнее идти. Понял. Надо засейвиться и, может быть, из вот этого огнемета попробовать. 12 патронов. В принципе, это не так мало. Погнали, сначала сохранимся. Не хочется ничего переигрывать. Сохранялка довольно близко. Мы же здесь все вычистили. Сейчас к бочке подойдем, засейвимся.
Может, она еще что-то хочет сказать? Я позабочусь, он увидит. Я здесь, чтобы осмотреть камеру какую-то. Ты пойдешь? Не, не пойду. Ну, это и к лучшему. Мы увидимся позднее. Держись подальше от неприятностей. Ну вот, прям в башку ему выстрелили. Подходи, подходи. Ну ладно, и все. 6 патронов осталось. Ни хера не понимаю, а вот это что такое? Что это мы запустили? Что же там внутри? А может нам показать, как процесс идет? Маска какая-то. Это большой... Так. Смола. Что-то внутри. Что-то происходит? Мне кажется, происходит. Может быть, это меня мое воображение обманывает. Ну я никак не могу управлять. Могу только сжать. Если бы оно как-то уменьшалось. Но оно вроде не уменьшается. Как-то странно. А, добавить топливо. Ёпта. Это маска. Так, где у нас еще может понадобиться цепь? У нас есть цепь и ручка. Честно говоря, больше никаких мыслей нет. Так, дай пока сюда сходим, посмотрим.
А тут что-то было? Сука. Не, ну с такой слабой пукалкой, конечно, тут ничего не сделаешь. Смотри, открылся путь у еще грибочка. У меня один патрон. Ну давай, делай шаг. Ну, дело. Окей. Ну-ка, это не так плохо. Ладно, давайте, наверное, пополним... Блять, ловушка. И чё, отрава? Не очень хорошая новость. Давайте пополним запасы снарядов. И, наверное, засейвимся. А, вот они, ловушки теперь. Ядовито. Как так? Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.